Профессия врача – одна из самых благородных. Действительно, что может быть важнее человеческих жизней, которые вы помогаете сохранять? Особенно сейчас, в условиях мировой пандемии, когда вам приходится работать в крайне сложных условиях. Спасибо вам за то, что с честью выполняете свой долг. Держитесь сами и поддерживайте нас. А вас искренне поддерживают наши дети. И хотят поделиться своим талантом. А главное, подарить вам частичку своего тепла. Каково знать о боли так много, чтобы смочь боль чужую понять? Каково быть вторым после Бога, каждый день жить, чтоб жизни спасать? Дай Бог вам силы просто быть рядом. Почетно. Мы слышали это не раз. Но то, что за ней скрывается, знает не каждый из нас. За это счастье жизни мешать. Просто спасибо. Этот мир слишком многим обязан. Тем, кому не до пафосных фраз. За ваш труд тяжкий и безотказный, до земли вам поклон. Сейчас мы берем фронт, вы жили, спасаете людей. Просто спасибо людям в белых халатах за это счастье. Нет профессии важны, только без обиды. Сегодня мы врачам говорим спасибо. Просто спасибо.